Утром 11 апреля неизвестные пытались напасть на отдел полиции в Новоселецком районе Ставропольского края. Трое возможных террористов-смертников привели в действие взрывные устройства у стен здания ОВД. Боевики погибли, всего прогремело около 5 взрывов. Позже стало известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать еще 2 террористов при попытке нападения на отдел полиции в Ставрополье. Смертники предприняли попытку прорыва в здание ОВД, однако были вовремя замечены сотрудниками полиции. Сообщается, что при нападении никто не пострадал. В Следственном комитете России заявили, что уничтоженные боевики были вооружены ручными гранатами. После инцидента в Новоселецком районе был введен режим контртеррористической операции. В экстренном порядке эвакуировались местные школы и детские сады. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, воспринимается ли нападение на отдел полиции в Ставрополье как теракт, ответил, что сначала нужно разобраться, кто за этим стоял, чтобы связывать это с террористической угрозой или бандитизмом.